Сегодня весь день был дождь. Сейчас выглянуло солнце. В российском консульстве Сан-Франциско сегодня праздник. Награждают американских ученых Орденом Дружбы. Ученые, граждане Америки, посвятили свою жизнь исследованию истории Русской Америки 17, 18, 19 веков. Ими написаны десятки книг, со страниц которых нисходят имена мореплавателей Беринга и Чирикова, предпринимателя Шелихова, первого правителя Аляски Баранова, священника-миссионера Иоанна Вениаминова. Большая честь для меня вручить эти награды четырем американским ученым за их вклад в развитие и укрепление российско-американских отношений. Указ президента Российской Федерации Владимира Путина о награждении Орденом Дружбы граждан Соединенных Штатов Америки за большой вклад в укрепление дружественных связей и развитие российско-американского сотрудничества наградить Орденом Дружбы. За оказанную честь я счастлива получить награду вместе со своими учителями доктором Блэком и доктором Пирсом. Награда нашла героя. Я полагаю, что эта награда не столько за то, что я реально сделал, сколько за то, что мне предстоит сделать. Виктор Петров. Пятый награжденный получил эту награду, к сожалению, посмертно. Виктор Петров является основоположником истории Русской Америки, автор более 27 книг на русском языке. Самое важное для меня было установление отношений между моим университетом, университет штата Аляски в Фербанксе, и архивами в России. В заключение Юрий Попов отметил, что та церемония, которая сегодня состоялась в Генеральном консульстве, церемония уникальная, потому что, насколько я помню, впервые в истории российско-американских отношений высокую государственную награду России получили 4 американских историка. И даже на самой церемонии они говорят о планах на будущее. Уже в июне в Сан-Франциско планируется шлюпочный поход по историческим местам Русской Америки. Эмилия Хацкевич, Александр Буркатов. Специально для НТВ International, Сан-Франциско.